Аул Апсуа, как и многие населенные пункты Карачаево-Черкесии, славится своими живописными видами. Но как бы ни была красива природа вокруг, жители всегда нуждаются в благоустроенной зоне отдыха рядом с домом. А таких мест в Апсуа пока нет. На протяжении нескольких лет местные жители своими силами пытались облагородить эту территорию. Поставили памятник, спортплощадку и скамейку. Но со временем парк снова пришел в упадок. Но в этом году он попал в реестр программы формирования комфортной городской среды. И сразу начались решительные перемены. Нам выделили вот этот ковер, а все остальное мы сами делали. Силами наших людей. Вот собирали деньги и все прочее. В Москве этот ковер выделили, в Москве было. Своими силами привезли, все это делали. Ну, чем дальше, тем возможности у людей тоже меньше становится. Поэтому государство начало помогать. Вот. Очень хорошо, что они на нас внимание уделили. Мы спасибо говорим за это. Сегодня здесь идут работы по укладке тротуарной плитки и установке беседки. Также планируется поставить скамейки и урны, сделать монтаж уличного освещения. Благодаря этому проекту населенные пункты района меняют облик и становятся более комфортными. Здесь еще чернозем будем засыпать, вот эти все высаживать деревья. Освещение здесь будут, скамейки, здесь вот небольшая беседка будет стоять вот напротив нас, вот здесь вокруг, здесь площадки, вот это освещение тоже будет. Ну, люди будут приходить по вечерам с детьми, отдыхать, ну, надеюсь, для населения это немаловажно, как говорится, хотя бы зона отдыха. Окончание благоустройства ждет весь аул. Молодежь, пенсионеры и, конечно, дети, которые здесь прогуливаются каждый день. Наши детки очень любят приходить сюда. Очень много детишек приходит после школы, после садика сюда, общаются, играют. Это очень полезная и очень нужная вещь. Благоустройство парка пройдет 2 этапа и завершится в следующем году. А новая ухоженная территория, несомненно, станет любимым местом для отдыха для каждого жителя аула и в будние, и в выходные дни. Альбина Шаова, Мурат Кимрюгов, Архыз, 24.